На общей аудиенции в среду Святейший Отец напомнил, что 17 июня отмечается День совести. Папа Франциск призвал христиан быть примером последовательности и совести, а в своих поступках всегда руководствоваться Словом Божьим. Сегодня День совести. Вдохновленный свидетельством португальского дипломата Аристидеша де Соузы Мендеша, который около 80 лет назад решил следовать голосу своей совести и спас жизни тысячи евреев и других преследуемых людей. Папа продолжил катехизу о молитве, на этот раз сосредоточив внимание на Моисее как пастыре и ходатае. Он говорил о том, что вера Моисея и его близость к Богу позволили ему пережить свое призвание, несмотря на все сомнения и страхи. С этими страхами, с этим сердцем, которое часто колеблется, как может Моисей молиться? Скорее, Моисей выглядит человеком, как мы. Это происходит и с нами, когда у нас есть сомнения, как мы можем молиться. Нам нелегко молиться. Папа Франциск также подчеркнул верность Моисея как своему народу, так и Богу. Он призвал всех пастырей церкви последовать его примеру. Моисей никогда не забывает своих людей. В этом величие пастырей – не забывать людей, не забывать их корни. Святейший Отец сказал, что истинно верующий – это тот, кто, подобно Моисею, помнит своих людей и ходатайствует за них.